Еще важно не перебивать клиента. Все говорят, что лучше не перебивать клиента, но не все говорят, почему так важно делать. То есть, во-первых, если вы делаете презентацию, или клиент вам говорит, он делится мыслями, и люди думают, что они важны, а клиенты вдвойне так думают, поэтому нет смысла их перебивать. Во-первых, если вы перебьете, вы как бы невербально скажете клиенту, что я с тобой там не согласен, вот я вставил свои 5 копеек. И это 99% это будет слив продажи. Вот эту вещь не все понимают. Поэтому пусть клиент выговорится, скажет все, что он хочет, а вы потом уже можете что-то дополнить и либо сказать свое мнение. Если вы его не будете перебивать, вероятность совершения продажи намного выше. Ну, если у вас прям свербит, резиночку оденьте себе на руку, и когда вы хотите перебить клиента, щелкайте себя по руке, чтобы эту привычку отбить. Со временем это придет, это прям очень сложно, и важно не перебивать, чтобы просто совершилась продажа. То есть важно вот это правило усвоить в самом начальном этапе.